Шаг второй. Измельчаем тему. Отвечаем на вопрос «про что?». Второй шаг мы начинаем нарезать «про что?». То есть про, вот что там, чтобы вам было понятно, то есть мы начинаем отвечать «про что?». Про что мы будем это делать, золотую нишу? То есть как найти того мужчину мечты, которого ищет наша женщина для кого? То есть про что мы будем, да? То есть про наш контент будет относиться про то, какие там отношения с этими людьми, там, как их, как с ними ходить на свидание, что им говорить, как их завлечь, как их удержать, как с ними познакомиться, да? То есть вот про что мы будем давать контент. Денежная ниша, замужество.